Вчера поутру у часиков так около 11 гость Екатеринбурга стал очень дорогим, когда за рулем BMW нахлобучил сразу 5 легковушек, спрятавшихся в парковочный карман на Ботанике. Пусть вас не смущают цифры, обозначающие дату и время. Реальное время мы уже указали, а место происшествия — улица Родонитовая. По ней 26-летний приезжий из столицы Пермского края прокатился на вышеупомянутой BMW, которую как раз на прокат и взял. Надеемся, недорого и с хорошей страховкой, а то как-то не заладилась езда, и через встречку он влетел на парковку, где в разной степени жертвами его странного маневра стали 5 машин. Те, кто в курсе дела, утверждают, что при этом рулевой был совершенно трезв.